газ был у страны. У меня забрали мужа, как на трассе без жены. Кто ему готовит ужин и соперничать со мной? Даже хатика не сможет. Я прошу одно и то же, я прошу одно и то же. Когда жду его домой, позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Ты опять в командировке, это значит, будут дни без уборки и готовки. Неплохие, кстати, дни. Каждый вечер, как девичник, провожу я их отлично, провожу я их отлично. Но ты все же позвони, позвони мне, позвони. Ну, конечно, я шучу. Каждый день я на работу, без тебя я не хочу. Воскресенье и субботу приезжай и обними. Все, что нужно мне для счастья, поскорее возвращайся, поскорее возвращайся. Ну хотя бы позвони, позвони мне, позвони.